Итак, ребят, наша новиночка канала из Литуаля. Это табак Gravity. Я уже открывал ее, там еще какой-то купон положили, но это не столь важно уже. Нас интересует табак Gravity. Это новинка от компании Maurer & Wirtz. Довольно-таки старая компания. Вы, наверное, пробовали табак Craftsman и табак Original. Что обещает нам производитель? То, что лосьон обладает характерным мужским ароматом, в композиции сочетаются чарующие древесно-ароматические ноты и неожиданная глубина минералов. Неповторимое притяжение Tobacman Gravity можно почувствовать даже по отдельным компонентам аромата. Сладковато-терпкая пряность грейпфрута, яркая острая нота кориандра и изысканное масло герани, известное своим стимулирующим эффектом. Особую неповторимость ему придает уникальный аккорд звездной пыли, вдохновленный ароматом космоса, состоит из светящихся альдегидных нот, металлического оксида розы, минерального вернила и пудрового мускуса. Лосьон после бритья Tobacman Gravity отправит вас в мистическое чувственное путешествие в далекую галактику. И вообще хочется сказать, в честь чего они выпустили данный аромат. Это было все вдохновлено космическими путешествиями, голливудскими фильмами и 50-й годовщиной высадки человека на Луну. Бесконечность и тайны космоса завораживают человечество с начала времен. Пробудите дух открытий и неутоленное желание, которое воплотилось в композиции Tobacman Gravity. Линейка Gravity окутывает искушенного практичного ценителя, излучающего особый магнетизм, подчеркивая его мужественность. Что же из себя представляет? Вот такая вот красивая упаковка в виде космоса, как Star Trek здесь. Aftershave лосьон. Состав имеется 71% спирта. На русском языке тоже какая-то информация имеется. Также везде логотипы, удобная коробочка, вот такая вот, и в коробочке у нас скрывается шикарная бутылочка. Она, кстати, видимо, сейчас посмотрим, она, видимо, тоже керамическая, но чем-то таким, знаете, шершавым покрыта, очень удобно, не выскользнет, будто бы она прорезиненная. Также что у нас на дне? 50 мл Maurer & Wirtz, пластиковая крышка с такими с пупырками, очень удобная, цепкая. Что представляет из себя лосьон? Вот сейчас покажу крышечку. Такая крышка с уплотнителем, ничего не прольется. Довольно-таки много его залито. Дозатор, как вы видите, вот такой вот идет сужением горлышка. По аромату приятный мужской аромат, не такой сладкий, как у Крафтсмана. Не такой олдскульный и тяжелый, как у табака Original. И также не присутствует никакой ноты унисекса здесь. То есть он мужской, я бы сказал, соль, море, цветы и какая-то интересная свежесть. Вот я бы описал бы так этот Aftershave. Также имеется описание на канале в Дзене «Классическое бритье, все о бритье». Там человек тоже пишет статьи, обязательно я вставлю ссылочку. Вот такая вот интересная новинка от табака. Думаю, в ближайшее бритье мы уже это дело испробуем. Я вот не могу понять только, чем пахнет, потому что аромат, ребят, очень приятный. И на что-то он похож. Я у себя пороюсь, если вдруг что-то найду схожее, обязательно сниму об этом видео. Так, в принципе, вот так все красиво выглядит. Я покупал на Литуале, плюс использовал скидку. Со скидкой вышло 1400 рублей. В общем, вот такая вот у нас сегодня распаковка. Спасибо, что были со мной до конца. Кто уже пользовался таким табаком, обязательно пишите в комментарии. Всем пока, я пойду для вас готовить очередное бритье.